Ваша миссия. Если вы возьметесь за ее выполнение, мне интересно, вы когда-нибудь отказывались? Конец, которого вы так боитесь, приближается. И кровь будет на ваших руках. Последствия всех ваших благих намерений. Тебе пришлось совершить ужасный выбор в Берлине. Одна жизнь вместо миллионов. И теперь весь мир в опасности. Это миссия ЦРУ. Если бы он не завладел плутонием, мы бы с вами не разговаривали. Вся команда могла погибнуть. Да, могла. Такова работа. Ты даже не понимаешь, в чем замешан. Тебе надо отступить. Прошу, не заставляй через тебя переступать. Сколько раз правительство Ханта предавало его? Отворачивалось, отрекалось от него. Насколько еще у такого человека, как он, хватит терпения? Итан, мы не такие. Может быть, нам пора пересмотреть это. Итак, как он? Все тот же старый добрый Итан. Какого черта он делает? Я думаю, лучше не смотреть.